Украинские города потратили на благоустройство в 3 раза больше, чем на оборону. Такие данные неожиданно публикует Forbes. На благоустройство было потрачено 12,7 миллиардов, а на оборону 3,7 миллиарда. Единственный город, потративший на войну больше, чем на озеленение и плитку, почему-то Житомир. Ужгород, Харьков и Черновцы на оборону не потратили ни копейки. В абсолютных значениях больше всего на военных потратил Днепропетровск. Но что самое интересное, в анализ почему-то не включен такой город, как Киев. Столицу украинской коррупции, где накануне был поставлен новый рекорд. Первое в истории государства взятка в криптовалюте. Так называемая НАБУ, которая как бы контролируется из Вашингтона, задержала народного депутата на попытке подкупить биткоинами председателя госагентства восстановления Мустафу Наема. Речь идет о слуге народа Одарченко. Говорят, что Наем помогал НАБУ и сам сообщил им о попытке своего подкупа, так что герой.